На нашем предприятии, которое расположено в городе Валдай, были установлены 6 автоклавов советского производства вертикальные. Они имели ручной способ регулировки процесса стерилизации. Стала необходима замена этих автоклавов. После выбора многих производителей горизонтальных автоклавов с автоматическим процессом стерилизации мы остановились на автоклавах Снежинского завода. В 2009 году был установлен один автоклав, трехкорзинчатый. За этот период нареканий в работе автоклава нет, он надежен. Температура стерилизации полностью выдерживается, графики контролируются. В 2010 году приобретаем второй автоклав, монтируем. После этого приобретаем мойку банок после закатки, загрузка корзин для облегчения труда рабочих. Банки выходят чистыми, в автоклавах никаких отложений нет.